Так, друзья, яблочки вот с этого дерева, около которого я стою, я сняла. Не все, правда, два штуки там. Там оно гнилое, я хотела стряхнуть его, но не получилось. А одно вроде бы хорошее, высоко висит. Ну ладно, пускай висит. Эти я срывала. Секатором срезала и руками срывала. Вот посмотрите, какие шикарные яблочки, друзья, посмотрите. Замечательные яблочки, красота. Но тут, как видите, уже червивое, вряд ли оно залежит. Поэтому, ну, в основном все я выбрала такие, которые могут полежать хотя бы 2-3 недели. Ну, а вот эти надо будет с виноградом вместе сделать либо сок, либо компот, наверное, сварить. И закрыть в банке. Попьем так. Так. Ну и так, одно дерево, друзья, я собрала. Вот видите, думала, 20 штук получится всего яблочка. А ну вы поглядите, сколько еще. Наверное, десятка 4 вышло яблок хороших. И вот там 2 десятка, ну больше, наверное, такие, которые нужно переработать. Ну вот, здесь уже урожай собран. Теперь пойду на снежный карлик, друзья. Друзья, пришла вот собирать я яблоки, снежный карлик. И вот, знаете, меня мучило сомнение, правильно ли я делаю, что я их уже собираю. Думаю, может подождать все-таки до октября, может быть, еще тепло будет. Ну, сегодня только у нас 22 сентября. Но вспомнила, что как узнать, яблоки подошли к съему или нет. Нужно разрезать яблоко и посмотреть, если семечки коричневые, значит, уже они готовы к съему. Ну, вот посмотрите, семечки коричневые, значит, готовы к съему. Ну что ж, друзья, значит, все-таки я продолжу. Вот видите, я уже ящик хороших сорвала яблок. Ну, как хороших, которые кондиция. Я считаю, которые можно кушать, которые полежат, и можно там что-то кушать. Вот червивые и вот битые, как говорится, и очень уж мелкие. Я отдельно вот ведерко собираю. Ну, уже ведерко почти собрала. Теперь еще ящик, надо еще за ведерочком идти, чтобы собирать не кондицию, можно, которые червивые, я их оставлю, ну, вернее, переработаю, а те, которые мелкие, оставлю. В процессе буду варить компот, в процессе осени. Вот. А сейчас буду продолжать собирать. Ну, вы представляете, я только собрала, ну, я не знаю, веточку, наверное. А еще, вы представляете, сколько собирать. Ну, ладно, буду собирать дальше. Ну что, друзья, урожай яблок собран. Что же у нас вышло с этого деревца? Деревце небольшое. Ему всего 6 лет, наверное. Вот смотрите, что у нас вышло. У нас вышло 2 больших ящика. Это хорошие. Не червивые, не битые, не какие-то. Я, друзья, все срезала секатором с дерева. Вот небольшой такой, низкий, скажем так, ящик. Ну, здесь ведро, наверное, у него вмещается. Так, ну здесь где-то 1,5 ведра в каждый ящик. Вот 1,5-3 ведра и ведро. 4 ведра. 4 ведра хороших яблок. И вот 5-литровая ведерко. Но она не 5, 8, наверное, литровая ведерочка. Ну и вот маленький ящичек. Тоже примерно такой же 8 литров. Ну где-то 1,5 ведра, наверное, у меня получится. Это не стандарт и подгнившие яблоки. Не стандарт, я имею в виду мелкие яблочки. Друзья, ну это не значит, что я их вот там выкину там или что-то сделаю. Вот посмотрите, видите, казалось бы, хорошее яблочко висело. А вот, видите, подпорченное. Вот здесь вот совсем чуть-чуть. Есть вообще целенькие, но слишком мелкие. Вот так-то еще можно положить даже. Я думаю так, вот сильно мелкие, но которые крепенькие яблочки, я отберу отдельно. Ведерочка, вот. Где-то будет, наверное, ведерочка 8-литровая таких яблочек. Вот. И еще будут они лежать. А те, которые уже гнилые, вот упала, разбилась, как видите, яблочко. Вот. Те, конечно, я переработаю на компот вместе с виноградом. Ну, завтра, скорее всего, я этим займусь. Но тут, друзья, еще не все. Тут вот в чем проблема? Проблема в том, что урожай собран. Причем 1,5 ящика больших красных яблочек, ну, они где-то месяц будут храниться. Но мне их хранить негде, вот в чем проблема. Подвал у меня теплый, скажем так.
Вот, поэтому я думаю, что я, наверное, в какой-то из теплиц выкопаю яму. Яму для хранения яблок, морковки, свеклы. Вот, где-то вот такое вот, не очень большую яму. То ли я буду кам сама копать, то ли я сына попрошу, не знаю. Может быть, и я, и он. Ну, муж точно не захочет, его не заставишь это сделать. Он у меня такие работы не любит, поэтому мне надо только сына просить и самой этим заниматься. Вот, друзья, и надо сохранить. Вы представляете, сколько можно всю зиму есть яблочки детям, внукам, и сыновым внукам, ну, детям, и дочкиным есть можно все это дело. Вот, и бабушке, и нам, ну, вообще всем, как говорится, хватит этих яблочек. Вот, потому что обычно яблоки уже начинают есть где-то с ноября месяца, а сейчас пока у них это нету вот такого желания. Ну вот, друзья, пока все, что я хотела вам показать. Я потом вам расскажу, буду я копать яму или нет. Если я начну копать яму, я вам обязательно покажу. Но я думаю, что я обязательно этим займусь, потому что мне очень хочется сохранить плоды своего труда, плоды моих растений, которые старались для нас, вот, чтобы все-таки мы зимой ели свои свеженькие яблочки. Ну вот, пожалуй, друзья, все, что я хотела вам сказать сегодня. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы заходите на мой канал, поддерживаете меня. Вот. И я, как говорится, очень рада тому, что есть такие люди, которым нравится смотреть мои видео. На этом, друзья, до свидания. Желаю вам удачи на даче, успехов на работе, крепкого здоровья, хорошей погоды в семье, всего самого наилучшего. До свидания.